специально. Бывает это только в твоей мысли, но на самом деле это была большая борьба, чтобы вы могли хвастать себя. Тысячи приседаний, разбито на 2500. Насколько вы сильны, представляете? Вы молодцы. Египетская сила. Хорошо, отлично, заряжает энергией, позитивом. Приседать научились. Скажи правду. Я правду говорю. Акмалову только прошу присесть хоть 5 раз сейчас. Акмал, да, давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы победили. Ты подумала, Зизми, что ты могла 1000 раз приседать? Я приседала меньше, поэтому я спокойно. До марафона она приседала 2000 раз. Не-не-не, 900 раз сегодня же. Но ты довольна твои результаты? Конечно. Что скажет про нашу тренировку серьезно? Отлично, просто отлично. Огонь. Нет, я серьезно. Я сейчас подумаю, скажу. Хорошо, спасибо большое. Да, но паспорт отдайте. А что скажешь про марафон? В среднем у меня вот до такого результата 3 месяца здесь, ну чуть меньше месяца аналогичные результаты получила. Там подобие пресса я покажу в следующий, после следующих марафонов. Да? Спасибо. Что скажешь? Надо прилично, да? Скажи, что можешь неприлично. Цензура будет? Можно запикаем. Я на самом деле долго сомневалась, наверное, сомневалась больше в себе, но теперь я не могу остановиться. Я хочу на следующий марафон, на следующий. Это очень заряжает, подсаживает. Теперь уже без этого никак. В общем, всем советы, да, хороший. Тяжелый наркотик. Это я. Ира, только 4-я тренировка или 5-я тренировка? Пятая. Да? Очень нравится. Я с вами. Да? Хорошо, спасибо. Не помню какая. Привет. Меня зовут Фарух. Я сломал 2 сайкла. Не специально. Да, было такое. Ну скажи правду. Правда, я ноги рвут цепи. Советую заниматься профессионально и с профессионалом. Потому что много. Я из своего опыта вам говорю, много есть людей, самоучки, они думают, я что смогу там поднять, что это тяжело. Нет, вы этим портите себе жизнь, нервы. Я не первый раз занимаюсь профессионалом, но вот Акмал восстановил те моменты, которые я годами ломал, думая, что я, ну, все мы люди эгоисты, я думаю, что я сам могу, мне не нужен профессионал. Ну, за месяц, полтора он меня, как вам сказать, восстановил. Я чувствую себя великолепно. А у тебя что было там сломано? У меня было, компьютер показал, 2 грыжи. Ну, из всех чашек одна только целая была. Прекрасный хэштег. Я перехожу в следующий, new life. Это уже 9-й марафон у него. А ты что скажешь, Анна? Я скажу, что марафон просто супер. Очень хорошие, активные тренировки. У нас просто выносливый организм стал. Мы начали приседать уже по 1000 раз. Раньше было 800. Ну, будем идти дальше. А что скажешь люди, которые боятся меня как тренера, боятся нашего марафона, говорят, только сумасшедшие можно тренировать? Нет, на самом деле Акмал все делает правильно, как бы он видит каждого человека, и я считаю, что не нужно бояться тренера. Он подскажет, как правильно, и все получится у всех. И все равно будет 1000 приседаний. Хочешь, не хочешь. Тренера рекомендуем всем. Египетская сила. Египетская сила. Египетская сила. Так и что, проходите, я вас жду. Я добрый, ласковый, улыбочный. С зубами. Вот. И еще как? Вот так. И вот так. Всем до свидания.